Дорогие друзья, мы находимся сейчас в том, что называется сердце мегалитической цивилизации Аркнейских островов. Но если угодно, это сердце не только этих маленьких и, казалось бы, заброшенных в Атлантике островов. Это один из мировых центров, в которых, видимо, созидалась религиозная и духовная культура человечества. Это совсем не периферия, это центр, хотя эти острова находятся на окраине цивилизованного мира. И на самих этих островах таким центром является вот этот район, где есть целый ряд памятников, которые мы с вами познакомимся, который расположен между двумя морскими заливами, и по какой-то неизвестной для нас причине стал таким привлекательным для древнего человека. И вот это здесь мы находимся, это знаменитый курган Месхоу. От него на вершине перешейка между двумя морскими заливами Лохов-Хэри и Лохов-Стеннес находятся камни Стеннес, и рядом с ними неолитические остатки неолитической деревни Барнхаус. Вот они находятся на этой стороне, которая очень тонким перешейком, сейчас там мост, соединена с другой стороной. На другой стороне, чуть выше этого перешейка, находится знаменитое на весь мир мегалитическое кольцо, то есть Кромлех, кольцо мегалитов Ring of Brodgar, кольцо Бродгара. И еще выше, если подняться еще выше, то тоже здесь вот чуть-чуть видно дальше. Это второе кольцо, это кольцо Букан. Букан. Вот, два кольца мегалитов. То есть мы находимся сейчас в самом, как нам сейчас кажется, средоточии мегалитической культуры Аркнейских островов. То есть это был какой-то священный центр по своему значению в Англии, в Шотландии, Британии, равный Стоунхенджу. А если, так сказать, сравнивать, то, конечно, это уровень, в общем, Гизерских пирамид, это уровень древнеегипетской, вот, центров, священных центров древнеегипетской цивилизации. Причем характерно, что вот этот вал здесь во время раскопок археологов в 1995 году, в 1995 году, найдены основания для мегалитов. То есть когда-то вокруг этого кургана располагалось еще кольцо камней, как в Стоунхендже. И оно, видимо, вот фланкировало этот главный курган, главное место захоронений, которое, как и все
основные курганы, как и Нью-Грейндж в Ирландии, ориентированы на точку восхода солнца в дни зимнего солнцеворота, то есть в декабре месяце. Солнечные лучи должны были восходящего солнца низкого упасть на престольный камень внутри, в главной камере этой гробницы, куда, я надеюсь, мы попадем. Когда созидались эти монументы, нигде в мире еще не умели писать. Потому что создание этих комплексов – это конец 4-го тысячелетия, даже середина 4-го тысячелетия и до середины 3-го тысячелетия, до Рождества Христова. Только в Египте в конце 4-го тысячелетия и в Месопотамии появляется письменность. Здесь ее не было еще долго. Однако этот комплекс и вот этот курган Мейсхау, рядом с которым мы находимся, это один из самых интересных памятников той традиции, той культуры, которую уже в 19 веке назвали культурой мегалитов, то есть культурой больших камней. Действительно, внутри кургана мы увидим плиты, из которых он построен. Это же только внешне земляной курган. Внутри это каменное сооружение из мощных известковых плит весом до 10 тонн, построенных, естественно, без раствора, в сухую, который держится как система только гравитации Земли. И это ложный свод, который постепенно был построен из находящих друг на друга плит. Я, кстати, хочу извиниться перед вами, друзья. Вы видите, что я постоянно касаюсь пальцами лба. Это мошка. Здесь, как и в тундре, у нас, в России, много мошки, она кусается, и поэтому говорить довольно трудно. Так что меня простите. Этот комплекс, вот весь этот комплекс на Аркнейских островах, он в некотором роде корреспондирует, как-то не странно, с теми самыми великими пирамидами Египта, с египетскими заупокойными сооружениями Гизы и Абидоса, которые тоже возникли в конце 4-го тысячелетия. Ну а пирамиды, как вы вспомните, были построены примерно 2700 лет до Рождества Христова. Он корреспондирует тем, что здесь есть соединение нескольких элементов. Здесь погребальный комплекс. Вот этот курган-то погребальный комплекс. И причем погребальный комплекс не для одного человека и не для одной семьи. А здесь, видимо, хоронили на протяжении веков людей, жителей этих островов. И погребальные камеры, здесь три погребальных больших камеры, кроме с трех сторон основного зала. Эти погребальные камеры были заполнены
кремированными, видимо, кремированными костями умерших. Я говорю «видимо», потому что здесь был еще и другой способ погребения. Это выставление умерших тел, их склевывали дикие хищные птицы, в первую очередь орлы-рыболовы, которых здесь много. И потом кости, наверное, тоже кремировались окончательно и помещались в погребальные камеры, в такие оссуарии. Даже в гробницах, которые раза в 4 меньше, чем это, и которых несколько найден на этих островах, в них похоронено до 400 человек. Так что в этой огромной гробнице, я думаю, была похоронена не 1000 умерших аркнейцев. И интересно, что эти гробницы и строили всем миром, и хоронили в них практически всех людей. То есть это не было, как в Египте, монархическая модель, когда хоронили царя в пирамиде, и он сам с собой спасал своих подданных. То есть как бы гробница царя была местом спасения всех его подданных. Здесь все были равнозначны, по всей видимости. Мы имеем дело с демократической структурой. И именно, я не случайно сказал слово «демократия», не в обыденном расхожем смысле, а в прямом смысле это было народное правление. Почему мы так думаем? Но дело в том, что такую гробницу, как Мейс Хоу, построить, скажем, нескольким людям невозможно. Это же была эпоха неолита, да, еще не было металла. Камни и вырубались, и перевозились вручную. Был тягловый скот, но он много вряд ли мог сделать. Скорее всего, эти плиты, их тащили от каменоломен на специальных катках, может быть, деревянных, но поскольку деревьев на Аркнейских островах нет и практически никогда не было, то, скорее всего, это были каменные катки, то есть это были круглые гальки, ну, такие натуральные подшипники, круглые гальки, которые собирались на берегу моря. Возможно, их смазывали этим самым птичьим гуано, птичьими экскрементами для скользкости, и таким образом тащили для постройки. Но что это все равно для того, чтобы такое количество камней собрать, требовались усилия тысяч людей. Практически все население Аркнейских островов, которое могло этим заниматься в какое-то, видимо, свободное от сельскохозяйственных и промысловых работ время, оно занималось тем, что строило эти гробницы. Когда в 19 веке, в викторианскую эпоху, эти гробницы были открыты, тогда ученые и священники говорили, что какое безумие заставило людей вкладывать столько сил в строительство подобных сооружений. Зачем они это делали? Неужели нельзя было похоронить своих мертвых подешевле? Ну, разумеется, можно было. И мы сейчас хороним наших мертвых, хотя их и любим, значительно дешевле. Но смысл был, видимо, в другом. Вот эта мегалитическая цивилизация вся, это не только гробницы, мы сейчас увидим огромные менгиры и другие каменные постройки, вся эта цивилизация строилась с определенным смыслом. Она имела определенную идею. Эта идея заключалась в том, что чем больше ты дашь Богу, тем больше ты обретешь, видимо, в вечности. И люди жертвовали своей энергией, своей силой, вот этим самым на это самое строительство сооружений направлены. И таким образом они надеялись и для себя, и, естественно, для своих умерших, да, завоевать вечность. О том, что речь шла о рождении в вечность, говорит все, говорит вся символика этих сооружений. Посмотрите, этот холм, это, в общем, фактически, как, так же, как и наши маленькие могильные холмики, это образ земли, это образ матери земли. Это рождение свыше, которое должно быть у умерших. Вход в эту гробницу ориентирован так, как восходит солнце в день солнцеворота,
в день зимнего солнцеворота. И в день зимнего солнцеворота лучи солнца падают на алтарный камень в глубине гробницы. То есть идея восхождения, как восходит солнце, победы жизни над смертью, как побеждает солнце зиму, поворачивая на лето в декабре месяце. Вот вся эта символика здесь сохранена. Но чтобы эта символика работала, люди должны были приложить максимум своих сил. Отсюда вот это увлечение строительством из больших камней, которое дошло до нас с того глубокого времени.